Что, мы вчера ходили в магазин, мы много всего еды всякой накупили. Вот, кстати, наша Лизонька. Вчера 200 евро на еду потратили. Но что мы нашли в магазине? Мы увидели там Bubble Tea. Мы уже покупали Bubble Tea, я показывала в одном из видео, в Центро. Там оно стоило 5 евро, стаканчик. Кстати, вот этот знак, это значит стаканчик возвратный. А вчера мы, честно говоря, на кассе даже не посмотрели, сколько они стоили. Но если мы правильно посмотрели на ценники в магазине, то вроде как 2,50, а 2,4 евро. Но мы не уверены, потому что там цена для сэндвичей была, и они там стояли. А на, говорю, когда нам пробивали на кассе, мы не глянули, сколько. Так, вот это мы Настя. Вот эту штуку. Да, Настюш, давай. Вот эту штуку мы только... Не разрезаем, никак не обрезаем. Ой. Вот эту самую главную. А, ну, неважно. Да, вот так. Вот у нас есть такая трубочка раскладная. О, она даже раскладывается, реально? Да. Ух ты. Угу. А вот уже Сережин мы открыли. Это у нас Тюшин Bubble Tea, а вот Сережин был Bubble Tea. Это получается съедобные вот эти вот шарики такие, как, я даже не знаю, как желейные, но они вкусные. Они как икра лопаются. Но Сережин мне не особо понравился. Блин, сейчас? Давай, ну а когда, Настюш? Вот тут вот меточка. Вот. Да, давай. Раз, два, три. Молоток. Пробуй. А! Кстати, реально какой-то персиковый. Персик, да? Я смотрю «Мир юрского периода», третью часть. Мне попался шарик. Ну как? Клубничный, да? Стробери. Клубничный, да? Мне, по-моему, белый. А. Ну как, вкусно? Ну, в Центро магазированный же пили, да? Да. Так. Мне кажется, вкуснее, чем у тот. Нормалек? Да. Я уже с утра суши накрутила. Настя с Сережей. Рис с подливой есть у нас. Колбаса, там мясо, все есть. Вчера шашлык, кстати, покупали. А я что-то... Телефон был разряжен и не показала. В русском магазине... 5 палочек шашлыка 16 евро. Ну, не могу сказать, что там прям очень было много. Но мы как-то вот все наелись. Вчера, считай, только этот шашлык поели. И это в обед. И до ужина. А, до вечера вообще даже ничего есть не хотелось. То, да. В Центро самый вкусный. Да. Вот поэтому он и 5 евро стоит. А мне еще интересно на вокзале попробовать бабушку. Так. Лиза выбирает, что покушать. Давай, Лиза, у Лизы вот выбор. Она выбрала мясо. Теперь рыбу выбрала. Выбери яблочко, Лиза. Вот это все еще? Не облизывай, Настя, не давай облизывать. Лиза, можно, пожалуйста? Не, ну можно и рыбку, на самом деле. Дай я тебе сейчас перемешаю, потому что кому-то это все странно. Из-за того, что какой-то цвет ей нравится. Все, вот это однозначно, с курицей. Только выкинула курицу. Яблочко выбери. А вы что, каждый раз открываете новую еду? Нет. На 3 дня. На 3 дня? Ты какую вообще будешь? Вот тебе эти вообще не нравятся. То самое вкусное вообще-то. Выбирай. Вот это? Все-таки. Убирайте и говорите, выбирай. Папа помешался. Так, сегодня у нас воскресенье, и мы с Настей опять идем на девичник. Куда мы идем, Настюш? На элементарную. Мультик элементарная, да. Набрали тут еды. Вот набрали себе еды. А, кстати, знаете, что мы как-то вышли погулять? Да, у нас вот это так грязно на районе. Вышли погулять, и вот здесь, вот сейчас покажу справа, есть там магазин, и мы думали, что он, ну, не рабочий. Там хлеб нарисованный, но никогда... Всегда магазин закрытый, никогда ничего не было. А оказывается, это не в магазине продают. Ну, а сейчас покажу, мы уже доходим. Сейчас. Вон киоск, это мы идем как что, на школу. То мы ходим вот. В Кинестар. Да, вот этот магазин. И мы смотрим, он всегда закрытый и закрытый. А оказывается, вон там вот хлеб, вон люди уже стоят. Кстати, бутылочка стоит. Что она, возвратная? Нет? А ну-ка, нет, невозвратная.
А если была возвратная, мы потащили бы ее, да? 25 центов. 25 центов это сколько? 10 гривен, да? Почему у меня не работает подключение к интернету? Мы уже с Настюшенькой добежали, через 5 минут уже начнется. Вот Синестар, вот там Легаленд, там Sea Life Океанариум и вот Центро. Мы идем, у нас уже билеты есть. Все, нас запустили. Вот на элементаль мы идем. Шестой. Это мы в шестой идем? Да. Точно? Так, мы уже сели, нашли наши места. Сейчас реклама и будем смотреть наш мультик. Да, Настюш? Ты уже достаешь кушать? А еще даже свет не выключили. Что у нас происходит? Мы пришли на элементаль, но тут идет вверх мультик. И мы не поняли. И мы не поняли, да, Настя? Так, все, мы досмотрели мультик. Настюш, ну как тебе? Такое, зато мы наелись, напились, да, Настюш? Сейчас выйдем, расскажем, да, наши впечатления, да, Настюш? Кстати, зал почти пустой. Настюша, кукусики. Вот такой вот мультик. Настюш, можешь танцевать. Тут никого, кроме нас, нету, нет? Все, пока мультик, да? Вот, уже люди ушли, одни мы остались. Настюша, кукусики. А ну-ка, Настя, подожди. Лиза, что тебя сестричка кормит? Ешь. Яблочко, да? Да. Пюре яблочное. Вкусно, Лиз? Только что прям Лиза сказала кака. Угу. Да, Настя? Да. Настюш, ты любишь свою сестричку? Угу. Ты ее и кормишь, и переодеваешь, и баюкаешь. Да. Лизонька, видишь, какая у тебя сестричка хорошая? Смотри, мама, как вкусно. Теперь ты давай. Как вкусно. Теперь самолетик летит. Самолетик летит, летит, летит. А? Ты вот тут ей собери. Летит. Бум! Глотай. А вот это вкусно. Это пюрешечка яблочная, без сахара. Но она от того, что яблочки, видно, сладенькие сами по себе. Сейчас буду ее переодевать. Она у меня писхилась. Смотри, самолетик летит. Бах! Лиза, ты почему не глотаешь? Я тебе больше пюре не давать не буду, если ты его не глотаешь. Мы с Настей решили выйти погулять. Это же вечер, воскресенье. У нас сейчас папа, кстати, вместе с Сережей. Где нас? Пошли в кинотеатр на Индиану Джонса. Не знаю, будет папа что-то заснимать, не будет. Это мы с Настей сегодня пошли на элементарно. До этого мы ходили тоже с Настюшей на Барби. Папа, я сейчас открою. Папа решил с Сережей сходить на Индиану Джонса. Мы были дома, Лизонька спала у нас, проснулась, и мы решили выйти погулять. Машина проехала. Какой. Мы зашли вот в ларёчек у нас по дому. Это идти как в школу. Они купили себе фанту, пить сильно хотим. Они купили себе. Вообще, мама, мне кажется, надо покупать вот как они купили, вот эту колу за 2 евро 10 центов лучше. Так а что ты купила сейчас маленькую? А потому что у меня 10 центов не было. А да я бы дала бы, Настюш, лучше большую брать, да? Вообще, да, в следующий раз будем большую. Так, мы с Настюшенькой уже... Почти допили свою фанту. Идем тут, болтаем о своем, да, девчачьем. Лизонька, он с нами тоже всю дорогу. Ей так нравится ехать. Вот спрашиваете меня, а ей на самом деле так нравится. Так, это вот мы по такой аллейке, очень красивая, решила показать. Тут на велосипедах ездят. Вон, на скутерах такая классная аллейка. И мы уже дошли до Центро, вот Вестфилд Центро. Кстати, крупнейший торговый центр энергии зоны.
идем и надеемся, чтобы наши мальчишки не ушли другой дорогой. Ну, в принципе, мы всегда только этой ходим, так самое удобно. Поэтому надеюсь, что мы не разминулись. Вот, это так красиво выглядит, это остановка. За ней Рудольф Вебер Арена. Нам идти сюда минут 20, наверное, 25. Уже. Да, у папы скоро у нас дискотека 90-х, папа пойдет зажигать. Так потом 31-го. Не, вторая в октябре. Потом у нас с папой 31 августа годовщина. Потом 9 сентября у меня день рождения. Потом приезжает дедушка. Потом мы с папой едем, купили билеты на поезде в Берлин. Поэтому у нас настолько насыщенная ближайшая жизнь. Настя, не бей их с колясочкой. Так, сейчас будем искать папу и Серёжку. А Настюша, у нас тут зажигательные танцы. А ну давай. Это тут бич-клаб какой-то. Бич-клаб? Да. Пойдем? Да. Сейчас буду звонить Диме, узнавать, где они. Надеюсь, они не дома. Так, Настюша сказала, что Диму видит, побежала. Я не вижу. А, вон они. Ой. Сейчас увидите, тоже вон, видите? Вон же я, вон встреча семейная. Мы с Лизочкой идем. Вот Синестар, куда мы ходим. Елизаветка. И вон наш папа. Настя и Сережа. Боже, 2.5 часа шло кино. Сейчас будем спрашивать. Сереж, рассказывай. Чушу-то у вас так есть. Рассказывайте, как вам? Пекин, ты, там мы дракона такой жуткий были. И что, и это вы почти так, что дракона, где я видел Свету, Никиту и Диму. Ничего себе. Ты как красиво. Сейчас пойдем в МАК. Настя просит МАК. Дима, как в кино? Стойте, я пугался в этом дракона. Испугался рекламы? Да, Дим, что за реклама? Это Диметра вот этого? Нет. Нет, Диметра, кстати, не рекламировали. А что за реклама? А там всякие разные фильмы рекламировали. И что вы на... Ну... Там какое-то, короче, классное кино будет в сентябре. Какое? Какая-то фантастика. А у нас показывали рекламы всяких мультиков. Нет, фантастика будет классная, такой боевик клёвый. Как кино? Как кино? Кино классное. Серёж, тебе понравилось само кино? Не реклама, а кино. Мне больше нравится дракон. Реклама? Сиси, как тут классно. Я сейчас смущаю, что это за стол. За стол? Настя говорит, что за стол? Стол? Как усики? На подносе брали? Нет. А, надо на подносе. Так, мальчишки наши сидят. Настя доедает уже. Все. Елизаветочка. У нас тут собачка. Да. Мы в кинотеатр, мы вышли в половину. Это 16:30? А пришли? Да. А в кинотеатр зашли в 17:10. Ну, 40 минут, да? Да.